У 2004 році Вова Путін сказав, що якщо 7 років бути президентом, то можна ще з глузду з'їхати. Зараз 2017, і він каже, що невідомі сили збирають біоматеріал росіян по всій країні. У Росії б'ють на сполох. Загальна тривога. Свєта Блабада вже свій біоматеріал сховала. Куди, зараз вам і розкаже. А ми зустрінемось завтра у той же час на 2+2. Дивіться нас, поки не закрили. Правительство Америки оказалось куда более подлым, чем мы с вами могли представить. Пиндосов не оставляет желания погубить русский народ. Но поскольку воевать в открытую, у них нет ни сил, ни дух, они решили ударить невидимым оружием. Для этого низкодушные америкосы отправили своих агентов собирать биоматериалы россиян. На днях президент России Владимир Путин выступил с шокирующим заявлением. Биологический материал собирается по всей стране. Подлые американцы, осознав свою неспособность вести честную борьбу с Россией, решили пойти привычным для них обманным путем. Пентагон подтвердил, что собирает биоматериалы россиян. И даже не стыдятся этого. Пиндосы рыщут по всем закоулкам, дабы добыть волосок, ноготь или какой-то другой образец с тела простого россиянина. Ну, мы такой вот объект очень большого интереса. Более того, из секретных документов Пентагона стало известно, что образцы биоматериалов укров, которые считают себя европейцами, не подходят. Любимой, да что ж творится в нашей краине? Только лишь народ России – истинный представитель европейской расы. А ребёздой ты! Зачем американцам биологический материал россиян – загадка. Пока наши спецслужбы выясняют, что враг собрался делать с добытым. Русские идут домой! Мы не лыком шиты. Решили немедленно начать собирать биоматериал с иностранцев. Да мы вчера, блин, с пацанами бухали. И сам батюшка Владимир Владимирович показал, как нужно брать образцы кожи и волос с чужеземцев. В Госдуме тем временем разрабатывают закон о биологической защите россиян. Ставлю на голосование проект постановления Государственной Думы. А верные сыны и дочери нашей Родины выступают с конкретными предложениями. Я убежден, что довольно глазеть на труп Ленина, и руководителя революции давно пора похоронить. А ведь и правда, не для того же вождь революции столько лет мумифицировался, чтобы сейчас его биоматериалы обрабатывали американцы. Инициативу Рамзана Ахматовича поддержала и Наталья Поклонская. Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы – это по меньшей мере негуманно и не по-человечески. Тело Ильича нужно предать земле как можно быстрее, дабы пиндосы не добрались до его усопших тканей. И не дай Боже, не создали в лаборатории нового революционера, который придет как американская чума и разрушит царскую Россию. С вами была Света Блабада из Москвы. До новых встреч!